На пару с собакой и бежать, и ехать легче. В этом уверены участники состязаний по гонкам на собачьих упряжках «Стальной рубеж». Всего же в горнолыжном центре «Металлург Магнитогорск» собралось более 70 спортсменов и более 100 собак разных пород. Как проехать на велосипеде 3,5 километра за 9 минут, наш корреспондент. Этому велосипедисту и педали крутить не надо. Главное – вовремя команды подавать. Трасса на территории горнолыжного центра у спортсменов на особом счету. Сложная, живописная и непредсказуемая. Такой рельеф – настоящая находка. Здесь есть все – и крутые подъемы, и затяжные спуски, и водные препятствия. Вперед! Пошла, 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 пошла! Вперед! За несколько минут до первых стартов прошел небольшой дождь. Трасса стала скользкой. Поэтому на финиш Игорь и его сладкая парочка, так хозяин называет хаски Ред и Бонни, явились позже, чем планировали. Немножко не дотянулись. То есть команды выполняли, немножко тупили. То есть азарт есть бежать, но выполнять команду право-лево все-таки они бегут. Им скорость нужна, скорость. И вот здесь пришлось и тянуть их, выдергивать на трассу обратно. Всего было 13 стартов, но самым зрелищным стал этот, массовый. Изюминка этих соревнований будет то, что бегуны будут участвовать в так называемом старте. То есть будут стартовать одновременно линии. Думаю, это будет интересно как самим спортсменам, потому что такое редко кто практикует, так и зрителям, потому что будет видна вот эта напряженная борьба как на старте, так и на финише. «Стальной рубеж» – это не только соревнование, но и настоящий праздник для собаководов и их питомцев. Те, кто не смог проявить себя на трассе, показал себя на подиуме. Перед вами один из самых ярких представителей породы «Грюниндаль» – великолепный спортсмен. Занимаемся мы спортивной дрессировкой. Называется «Международный вид спорта ИПО». Это защита след послушания. Она может любые команды выполнять. Сидеть, стоять, лежать, ко мне рядом. У победителей соревнований впереди битва регионов, куда осенью съедутся лучшие спортсмены со всего Урала. Юлия Черешнева, Антон Грабарев, «Вести Магнитогорск» из Абзелиловского района.